Всю прошедшую неделю городские службы боролись с последствиями урагана, восстанавливали освещение, убирали сломанные деревья с улиц, но стихия прошлась не только в городе, но вот и в таких зеленых зонах, как на Абе, за рекой. Здесь десятками валяются эти вечно зеленые, вырванные вместе с корнем. И почему-то я не понимаю, где все эти лесхозы, промэкспорты, которые так любят вызывать своими действиями общественный резонанс. Не раз мы снимали, когда здесь на Абе спиливают с виду хорошие деревья, а сейчас они валяются с корнем. Пожалуйста, ребята, действуйте. Но, как видите, здесь тишина и никого нет. Ау! Ау! Санитары леса, вы где?